Здарова, Империя, микрофон Артём, это канал Snow Warn TV, и у нас новая игра. Это что-то про средневековое выживание, что-то типа РПГ, и она на русском. Так, что мы можем выбрать? Сценарий. Базовые испытания пользовательские. Базовая история. Основной сценарий с полным введением и обучением. Давайте смотреть. Основной сценарий с полным введением и обучением. Пролог прилагает больше, чем вы можете увидеть за одно прохождение. В зависимости от вашего выбора, вы можете исследовать разные части города. Встретить нового выжившего, который может присоединиться или торговать. Или торговца, с которым можно торговать. Строить различные постройки, которые повлияют на вашу стратегию. Здесь, наверное, русского языка нету. Можно удержать мышку, чтобы пропустить. Давайте скипнем. Викинги есть, короче. Шестой день лета. Королевство Мидланд. Мы только начали собирать урожай. Как из миры нанесли удар с ниоткуда. Так, окей, допустим. Нанесли. Городская стража храбро сражалась. Ага. Убегающие горожане, собирающие припасы рабочие. Все, что мы смогли сделать, это отправить посыльного вызвать помощь. В то время как оставшие в меньшинстве стражники были сосредоточены на защите. Убегающих горожан, собирающих припасы рабочих. Наверное, вот это. Зная, что судьба замка зависит от запасов продовольствия, стражники отдали свою жизнь, чтобы помочь спасти как можно больше. Помогут ли дополнительные припасы пережить осаду? Не знаю. Возможно, поможет, возможно, нет. Кровопролитие продолжалось не слабо, улица за улицей. Мы думали, что не могло быть хуже, но мы увидели чудовищную фигуру, за казармы были разрушены. Чудовищную фигуру. Это я не знаю, это возможно все влияет на исход игры. Каргальдецев возглавлял из малоизвестный безумный чемпион. Наши сердца становились всякую надежду. Не выглядит так ужасно, как это похоже на зверью фигуру. А, ну это у него такой шлем с рогами. Мы укрылись в крепости и подвели итоги ситуации. Припасы были ограничены, без сомнения, и с миры скоро нападут снова. Чтобы сдержать врагов, пока не прибудет подкрепление, бастион должен подержаться. Ну, давайте смотреть. Влияет ли какой-то ход событий игры, вот эти вот выбранные нам диалоги, не знаю. Возможно, два, возможно, нет. Но, видим, посмотрим. Игрушка, кстати, уже вышла. Это типа пролог бесплатный. Добро пожаловать в... Ага, Survival. Щелкни правой кнопкой мыши в желаемое место. Так. Можно крутить. Можно так? Ага. Короче, мы играем за Флинта рабочего. Это у нас что-то типа задания. Давайте посмотрим. Мужчина перед вами Бердрам. Местный плотник. Он просто сидит здесь, дрожит. Ага, осмотреть его. Вы ищете какие-нибудь раны, как вдруг замечать, что он держит в руке эту маленькую сожженную куклу. Проясняет, что этот человек только что потерял свою семью. Вы не можете отменить того, что произошло, но без... Видите, подсвечивается, видимо, какие-то ключевые слова. Типа синим и красным. Типа красный — это утрата какая-то. А синий — это... Найдите материал для постройки пня с козлом. Так, какие... Где? Допустим... Так, недоступны прологи. А, вот. Все, в принципе, на уровне, да, происходит? Здесь вот можно... покрутить. Вот свинки. Так, взять все. Как взять? Не почему. А, это предметы, которые вы только что собрали из груды. Находятся в центре окна. Ага, взять. Так, постройте пень с козлом. Пень с козлом, допустим. Так. А, козел это чтобы типа пилить, наверное, да? А, это опять у нас это подсказка. Выбрав сооружение, которое вы хотите построить. Выбрать, где поставить. Допустим, вот он. Пень с козлом. Окей. Ну,
давайте здесь его поставим. Или надо ставить там, где синяя. Это обрабатывать деревья, короче. Пока у нас рамки такого маленького замка, короче, нам далеко не дают уходить. Нарубить. Здесь вы можете создавать новые предметы. После выбора схемы для предмета, который вы хотите создать, вы можете увидеть его свойства справа. Схема можно иметь несколько альтернативных ингредиентов. Вы можете выбрать тот, который хотите использовать. Допустим. Ингредиент. Дерево. Здесь ингредиент. Дерево. А, дрова. Доски. Тоже дрова. А что я должен сделать? Нарубить дров. 6. Создать. Доски мне пока не нужны. Найдите сырую... А, ну в принципе хватит. Здесь что-то можно порыскать, да? Покопаться. Найдите сырую пищу. Надо будет костер сделать, походу, чтобы приготовить ее. Так, отлично. Что-то нашли. Яйца какие-то. Давай сюда. А, вот, костер. Использовать для приготовления пищи. Так, я не знаю, синяя и желтая, чем отличается? Я прочитал. Ну, в смысле, не прочитал в инструкции. Ну ладно, построим здесь, посмотрим сейчас. Так, ты куда? Иди строй. Постройте костер, используя склад. Так, здесь какие-то грустные у нас, грустит. Смайлик грустный. Приготовить еду. Что мы можем? Мясо не можем. Из яйца можем сделать похлебку. Нам еще нужно будет трава, которую мы нарубили. Понятно. Чистая питьевая вода. Куски большой. А, ну это склад какой-то, смотрите. Кладовая. Отлично. Возвращайтесь к чуваку. Допустим. Сидит на том же месте, дрожит и он кажется сущим, как будто... Дать ему еды. Он едва замечает ваше присутствие, но вы заставляете его съесть еду. Позвольте ему немного отдохнуть. Продолжить. Так, но его вызывает... Ага, быстро построил. Ворота, соединяющие город замка, повреждены. Ну, погодите. Это... Кто этот человек, стоящий у ворот, ведущий к бастиону? За работу конец. Так, чувак какой-то пришел. Давайте смотреть. Солдат, стоящий перед вами, весь в крови, его глаза потускнели. Гальвика, племянника Бертрама и друга детского Флинта. Он счастлив видеть вас живым. Допустим. Он шлавлен потери тети и сестры. Мы должны пополнить припасы, прежде чем это произойдет. И смиры скоро нападут. Ага, надо что-то сделать, да? Мастерская лучника в городе. Это наш шанс. Так, настала ночь. Нам нужна мастерская лучников. Так, мародерство города. Разведать позицию пока недоступно, пока недоступно. Отправить персонажа наружу. Серьезно. Так, здесь вы можете сделать все приготовленные перед выходом в город. На карте слева показаны секретные проходы из замка. На данный момент доступен только один из них. Но если вы найдете способ заблокировать остальные, то сможете выбрать, в какой части города начать ночью. В правом верхнем углу находится рюкзак выбранного персонажа. Каждый персонаж имеет разное количество доступных слотов. Подумайте о том, какие предметы вам не понадобятся во время мародерства, и переместите их общие припасы в рюкзак. Чаще всего это будет факел, лопаты и оружие. У вас есть один факел, но может он пригодится. Так, вот факел. Нам вот сюда его нужно. Лекарства, удобрения. Все, в принципе, да? Ну, бинт давайте возьмем, не знаю. Лекарства. Начать мародерство. А вот здесь можно выбрать, да? Еда, лекарства, вооружение. Мало. А, можно вот так вот посмотреть.
Недоступно. А, древесины, ресурсы, строительство, материал, текстиль и средняя. Вот здесь что-то всего много. Строительных материалов вот здесь вот много. Давайте сюда. Обучение мародерству. Вы вошли в разграбленные улицы города под замком. Вы можете бежать, дважды щелкнув мышкой. Лучший совет, будьте бдительны и осторожны. Так, и чё? Вернуться в замок. А, ну я типа... Тут какой-то квест. Висит кто-то. Мне вот сюда надо, наверное. Вот, давайте взаимодействовать с этой штукой. Что это? Прикольно сделано, как будто как стратегия сделана. И вот еще вот. Вы нашли мастерскую лучника. Излишне говорить, что и смиры здесь были. Найти стрелы для солдат. Так, исследовать. Вспышку в темноте под сломанным балконом крыши, может быть, это... Да, стрелы для защитников бастиона. Они все не станут выше. А, ну так. Боль, пронзающая все ваше тело. Так, внезапно Ага, на то, что освободить, у вас уйдет много времени. Покидая мастерской, вы замечаете, что что-то изменилось. Труп лучника уже не висит. Старуха, склоняясь над телом, тянет дерево. Она рыдает, женщина пытается сдвинуть его, но она ранит себя топором под своим поясом. Помочь ей похоронить труп, взять топор и уйти. А, ну здесь есть... Давайте поможем. Я не знаю, нам как это влияет. Женщина испугалась, увидев, что вы приближаетесь, но вы замечаете... Как только вы похоронили труп, он дает вам небольшой мешочек и молча уходит в темноту. Что-то, короче, мы... Принести стрелы в замок. Волокна нам еще нужны. Так, смотрите. Я имею... А, у меня перевес. А я могу? У меня бинт был. Как его использовать? Не могу вылечиться, да? Легкая рана. Как перевязать ее? Я не знаю, я нажал, но она не перевязалась. Перевязан, все правильно. Так, ну у меня больше нет места. Здесь еще какой-то квест. Овощи, остающие свежими. Ну, нету места. Давайте в замок обратно. Нету места. Так бы, конечно, можно было бы еще побегать. Но куда все складывать, когда некуда складывать? Все, уходим в замок. Ночь была спокойной. Начать новый день. Так, отлично. Что мы имеем? Костер. Отправить, так, поговорить с чуваком. Так, плотник в создании готов выживать. А, нам нужно позаботиться о животных и добыть свежей воды. А, тем не менее, возможно, если вы расчистите кого-то от завалов, то сможете как-нибудь его починить. Так, вы сблокировали второго персонажа. Вы можете переключаться между персонажами с помощью клавиши Tab или выбирая из... Так, отлично. У каждого персонажа есть свой набор сильных и слабых сторон, который определяет, в чем преуспеет ваш выживший. Вы можете увидеть эту способность в окно биография. Так, вот у меня. Так, окно биография, где ты? Строительство плюс. Сражение плюс. Вместимость рюкзака плюс. Так, допустим. Так, бастион какой-то.
Вы можете увидеть, когда и с какой силы враги планируют нанести удар. Иногда эта информация скрыта, и вам понадобится развернуть линию. Ага, так, допустим. А используйте этот экран для передачи припасов в бастион. Они будут упакованы и переданы активным персонажем после того, как вы будете... Так, обязательно проверяйте, что нужно защитникам каждый день и снабжение их всем необходимым. Здесь вы можете проверить состояние защиты. Вы можете увидеть, сколько защитников осталось и... Чё? Так, проблемы с... У нас нет стрел. Теперь есть. Нашим солдатам не хватает оружия ближнего боя. А это у нас нету. Отправить. Так, дальше. Отправьте стрелы, уберите обломки. Так, а где у нас? Давай собирать. Так, стой. Я отправил, у меня стрелы. Да. В замке появился новый персонаж. Это я знаю. Теперь можно вот так вот приказывать им. И тому, и тому. Так, давайте... Все это строим, собираем. Все завалы выкапываем. Так, колодец. Подожди, там курочкам что-то сделаю. Здесь вы можете управлять своими животными. Они могут быть очень полезны. Чтобы накормить животных, нажмите на съедобные для них продукты. А вы можете убивать животных, используя их в качестве пищевой цепочки. А голодная, голодная, голодная. А что они едят? Зеленая трава. Корм. Так, допустим. Вы убрали развалины, блокирующий доступ рухнуло. Его основание рухнуло. А, возможно, вам удастся найти питьевую воду на городских рынках под покровом ночи. Короче... Вот как-то так. Воду надо найти ночью. Курочки, а вот свинки недоступны. Пока. Собрать ресурсы. Что у нас тут еще можно собрать? Недоступно, недоступно. Здесь что? А, обучение, сон и восстановление. Спальня. Мест на земле. Так, здесь вы можете построить кровать для улучшения отдыха вашего персонажа, а также для более быстрого восстановления. На случай, если они получат ранение или заболеют. А, смертельная рана. А, не забывайте также давать им бинты или лекарства, если их состояние ухудшится. Так, построить кровать. Строить. А ты давай... Это что такое? Мне нужно привязать рану и отдохнуть. Мне нужно что-нибудь выпить. А я могу попить? А, пьет, смотри. Так, еще кровать. Две кровати надо сделать. Так, рана, да? Подожди, рана-то есть. А, мастерская, сэкономить. Схема, а как сделать бинты? Вот. Мастерская травника нужна. Так, ну я полечился. Здесь что? Так, и теперь тебя тоже спать. А, тебе не нужно отдыхать, понял, все. Все, не кричи только. Так, а давай-ка построим что-нибудь.
Инструменты, факелы, стрелы. Не хватает, да? Доски нужны. У нас есть, давайте доски сделаем. Четыре доски. Пропустить время до заката. Настала ночь. Так, здесь что-то можно. Так, спать, а этого наружу отправим. Так, ему нужен факел. Лекарство возьмет, пускай с собой. Пригодится это ему или нет, фиг его знает. Нужно найти чистую воду. Найдите чистую воду. Пока чистой воды не замечено. Ага, есть. Создает больше шума. А чё, здесь никого нету? Разница, шум, не шум. Охранников я не вижу здесь. А, можно факел взять в руки. Так, это чё? Сжечь труп. А, типа я не смогу пройти, пока не сожгу его. Это прикольно. Здесь ресурсы что-то мигают. Пожалуй, я посмотрю. Лопата. Лопата, видимо, что-то выкапывает что-то. Пока не вижу никакой воды. Ни чистой, ни грязной. Порванный комбинезон. А, это грязная вода. Чистая, я вообще не вижу нигде воды. Грязная. А вот чистая вода. Так, это выбросить. Чистые капли воды. Блин, очень мало. Маленький прям в инвентаре. Что прям капец. Ничего не помещается. О, бочка, походу, здесь что-то есть. Еще пятерочка нужна. Все, отлично. Ищите солдатам, что может помочь. А что может солдатам помочь? Топор, лопат поможет им? Я не знаю, что может помочь им. Опа, это что? Перед вами городские ворота, отделяющие рыночную площадь от порта. Две открыто. Вам нужен ключ. Ключ нужен, короче, чтобы сюда пройти. У меня его нету. Убрать препятствия. А, вот для чего лопата. Так, вражеские патрули. Так, а у нас есть костер? А, я факел потерял, да? Сюда не пройти.
Без покрова ночи ваш персонаж будет легко замечен. А чё уже это? Подожди, куда ты идешь? Давайте вернемся в замок. Уже утро наступает. И лучше вернуться. Лопата сломана. Я думал, нога сломана, там лопата. Вражеский штурм приближается. Вы должны быть готовы к худшему. Враги готовятся к атаке. А у нас стрел нету. У нас ни хрена нету. Нам нужно оружие и стрелы. Для этого нам нужно вот эта штука. А как ее сделать? Вот это нужно. Срочно нужно построить вот эту штуку. Давай. Так, ты хочешь что-то поесть, попить? Так, поесть, попить, допустим. Здесь что? Ничего не хватает, да? Что по курам? Иди посмотри. Так, обучение осада. Противники начали обстрел с осадной орудия. Летящие камни могут нанести серьезный урон персонажу или мастерская. Камни можно собрать и использовать для укрепленных стен. А защитники делают все возможное, чтобы защитить саму готовую... Так, тебе что нужно попить? Так, стой. Камни пролетают. Курятник. Главное не попасться в радиус. Отходи. Так, Флинн заболел. Что-то схавать надо. Так, что надо делать-то, я не пойму. Битва продолжается. А нечего отправить. Камни. Защитники храбро сражались, и враги понесли тяжелые потери. Вот, нормально. Так, мне нужны вот эти инструменты. Волокон нету. Да как так-то, были волокна? Так, или это была тяжелая битва. Безжалостные атаки истощили наши войска, но у солдат достаточно припасов для отражения вражеских сил. Минус две стрелы. Ход битвы. Ага, продолжить. У нас один инвентарь, я не понял, или нет. Нам не хватает вот таких вот штук. Блин, а где взять? Так, что можно еще построить? Вот эту, да? Нельзя. Деревьев не хватает. Костер. Здесь что-то можно напилить? Доски можно напилить еще. Давайте напилим. А ты иди спать. Лекарство принял. Так, доски создаем, доски нужны. Курочка кормится. Это хорошо. В бастион нам ничего положить нельзя. Это плохо. Так, допустим, пропускаем.
Настала ночь. Так, спать. Можно обоих на мародерство отправить. Усталость. Не, давайте вот этого. А этот пусть спит. Так. Нечего брать с собой. Ладно. Факелов у нас нету. Спрятаться можно. А, ну он вот тут очень быстро. Чистая вода, это хорошо. Так, ворота. А, увы, обломки зажаты и заблокированы низко. А, сюда не пройти. Здесь нужна лопата, чтобы выкопать. У нас нет лопаты. Так, ну вот нажимаем быстро, потому что, как говорится, можем. Нету стражников в этой области. Инвентарь у нас не такой большой. Мы вроде можем собрать что-то. Но это так мало. Это вообще очень мало. Так, как туда пройти? А, завал. Здесь нужно два человека брать с собой, потому что реально это... Грязная вода, видимо, где-то может очищаться, потому что она не просто неспроста собирается. Вот эту куртку надо взять. Это можно починить в ремонтной мастерской. Так, мясо. Мясо тоже хорошо. Все, не могу больше ничего пройти, да? Все, валим. Ну, нечего больше, ну, не хватает мешка. Надо двоих на вывозку брать обязательно, потому что так можно в два раза быстрее больше вытащить, нежели одному идти. Это снова Галвик, но он выглядит еще более уставшим, чем в прошлый раз. Должно быть, он прошел через действительно напряженный бой. По его словам, некоторые солдаты были ранены во время нападения Исмиров. Защитники сильно нуждаются в бинтах, и их оружие нуждается в починке. А, чтобы еще хуже, наши разведчики видели некоторых солдат Империи Сангмар на расстоянии. Означает ли это, флот примется нападать на наши земли? Блин, ночь была спокойной. Короче, нам нужно дохренище всего, что у нас есть. Вода. Отправить. Давайте курочек покормим сразу. Яйца забрать. Курицам покормить. Заберите сломанное оружие, солдат. Построить мастерскую травника. Построить ремонтную мастерскую. Им нужны бинты. А мне нужно что? Правильно. Где ремонтная мастерская? Сука, вот эту штуку нужно построить. Мне на нее хватает вообще, нет? Так, что ты жрать хочешь? Овощи свежие, иди жри. Не утолил жажду, что ли? На яйцо съешь еще куриное. Вот, все. Сейчас он построит. Здесь что у нас? Нет, здесь нормально все. Так, теперь нам нужна вот эта мастерская. Так, отлично, строй.
Здесь ничего собрать нельзя нигде, да? Легкая болезнь. Ты забарил болеть. Все. Жрать хочет теперь. Яичко съешь. Так. Здесь что? А, починить. А, только один может чинить, да? Нельзя вдвоем. И вот эту доспеху, бля, не хватает. Хвостов не хватает. Отправить. Мастерскую травника надо еще построить. Доски нужны. 4 штуки. Им нужна вот эта штука, которая... Блин, опять нужен хвост этот дурацкий. Три единицы еды солдатам. А какой единицы еды? Стрелы им нужны. Тут ничего нельзя. Яйца, я все сожрал яйца. А может еще курицу дали? Где яйца, ёпта мать? А давайте грохнем одну курицу. Может быть, это солдатиком сейчас отправим. А, вот с них перья, кстати, упали. Так, можно что-то скрафтить? Так, вот суп. Так, вот эту штуку можно скрафтить. Пожертвовали одной курицей ради благого дела. Суп из 36 семизалуп. Сейчас сделаем и отправим в бастион. Наверное. Так, вот мы его отправим. Вот он, питательный суп. А я могу его отправить в бастион? Да, могу. Опа. Отправить. Так, отправил. Чё нам тут не хватает? Мастерская травника, доски, ёб твою мать. Так, ладно, давайте. Сколько там времени прошло? Тут уже 40 минут играем. Давайте здесь остановимся. Прикольная игра. И стоит, по-моему, она не очень дорого. Всем, кому понравилось, подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы. С вами был, как всегда, Артём. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.